Привет, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте видео. Ссылка на Telegram в описании. Со студентами часто случаются непредсказуемые истории. Так, группа студентов, которые были напуганы призраком в своем доме, наконец-то узнали правду. Об этом пишет издание Daily Star. 8 парней и 2 девушки жили в доме возле кампуса в Колумбусе, США, во время учебы в университете Огайо. Впоследствии они начали замечать, что в подвале коробки остаются открытыми, включается свет, а ночью раздаются странные звуки. Мистика происходила настолько часто, что они начали шутить о призраках в доме, но реальность, пожалуй, была еще более жуткой. Через месяц они решили исследовать подвал, где нашли запертую дверь. Компания вызвала полицию, которая открыла дверь силой, найдя таинственного мужчину по имени Джереми, жившего в подвале без ведома студентов. Срочно подписывайтесь на наш Telegram, чтобы первыми получить информацию. Когда арендодатели и полиция сняли дверную ручку, они обнаружили спальню с фотографиями, телевизором и одеждой. Это может быть потенциально ужасная ситуация. 2 из 10 соседей в комнате в нашей части дома – девушки, а в наших комнатах нет замков на дверях, рассказал Марк Хартман. Как оказалось, Джереми долго жил в подвале, не платя аренду. Он использовал боковую дверь, чтобы войти, и никогда не видел других членов дома. По словам Марка, мужчина ничего не объяснил и просто покинул помещение. Студенты же были огорчены тем, что их агент по недвижимости, очевидно, пропустил незнакомца, имевшего доступ ко всему. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь остроумно всегда с вами. До встречи!